Аленка, всем привет! Сегодня мы пришли в страну еноти. Тут живут кролики, морские свинки и еноты. Мы пойдем с ними играть. Нам сказали одеть бахилы, чтобы было чисто, чисто. Мы пришли кроликов посмотреть. Сколько их тут? Ох, какие разные. Кролик будет кушать. Ой, все хотят кушать. Все кролики хотят кушать. Какому дадим кролику? Давай вот здесь кому-нибудь дадим. Давай ему. Вот. Вот, давай, давай. Давай ему ближе подносим, кушать будем сам. Вот какой кушает. Ух ты, еще пришли друзья. Сколько снизу их. Все хотят кушать сам. Ой, Аленка, молодец. Давай папа одному даст. На, держи. Красавчик, кушай. Сколько кроликов, Аленка. Тебя любят кролики. Вау, тебя еще все окружили. Ушастики. Вау, сколько их много. Ам! Держи. Держи. Оп, ухватил. Давай этого корми. Давай, кому дадим еще? Ой, они тебя толкают прямо. Аленка! Как? Ребята, вам нравятся эти кролики? Если нравится, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем выходить. Пошли дальше, посмотрим, кто тут есть еще. Смотри, Аленка, кто здесь? Ух ты, какая красивая. Альмала называется, да? Большущая. Альпака она правильно называется. А вот мы пришли в вольер к морским свинкам. Аленка их кормит. Они тоже голодненькие? Ой, какие прикольные. Чук-чук-чук, привет, привет. Привет. Всех покормим. Пошли еще покормим кого-нибудь. Здесь их много-много штучек, стоп. Всем привет. Привет! Накормим всех-всех морских свинок, Аленка, да? Кушают они? О, подожди, понес кушать. Проверим, кто больше всех любит капусту. А вот это серенький. Серенькими глазками. А вот коричневый. Коричневый какой. Морская свинка коричневая. Побежал он кушать, видишь? Там все грызет, грызет. Хочешь? А у него есть еда, давай другому дадим. Давай, Ленка, ты другому кому-нибудь дашь? Разбегайтесь, друзья. Вот ты второй раз ему даешь. Ой, а он уже кушает, Ленка, у него есть. Козочек смотреть. Ого, кому мы зашли к следующему? Здравствуйте. Здравствуйте, козочек. Скажешь привет ему. Здравствуйте, давай ему дадим. А? Козлик, кушать будешь? Может, он любит морковку. Или капусту любит. Она ему морковку попробует дать, Ленка. Козлик, держи, спрятался. Давай, не будем ему, если он в Google зашел, он не хочет, значит, кушать, он там постоять хочет. Мы тут выяснили, что козлики любят сушки, да? Дай ему, Аленка, дай козлику сушку, он учил запах. Вот. Да. Держи, оп, папа даст. Не страшно. Дай козлику сушку. Оп, молодец, давай. Апа, не взял, давай еще. Аккуратно. Давай этому дадим. Вот он точно будет. Лежит, смотришь.
Ой, Алена, какая ты молодец. Пока покормила козлика. А вот еще давай одну дадим. Козленочек. Пробуй. Не хочет. Давай там дадим кушать. Да, привет. Тебе козлик. Дадим тебе кушать. Где ты? Кошку. Тоже он не хочет. Наелся уже. А вот здесь живут еноты, красавчики. Самые милые создания здесь живут еноты. Привет, друзья. А кто это? Шиншилла. Мягенькая? Пока-пока, шиншилла. Все, всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, Алена. Подписчики самые первые увидят новые серии. Жми на картинку в кружочке и красную кнопку «Подписаться». Или смотри другие видео.